Все домашние задания берете? Конечно. Мы все уже пишем чтение по Есенину. Вирус вынудил общаться Викторию с учителем в интернете. Так 11-классница физико-технического лицея учит уроки. Для выпускников такие длинные каникулы не в радость. Ведь скоро ЕГЭ, от результатов которого зависит будущее. Хотя один плюс в лишних выходных Вика нашла. Правда, и он в пользу учебы. Хотя вот раз, наверное, все-таки повезло. У нас была Олимпиада, и поэтому это сильно облегчило нам жизнь. Мы не пошли в школу и смогли к следующему подготовиться.